Don't steal. Give that back. And не кради, возвращай, собака. Хорошо. Go home and think about what you've done. Раздевайся. Сбежал. Злодей. Рендер, поехали. О, свернулся. Не сворачивайся. Не сворачивайся. Я бы музыку себе включил на фон какую-нибудь. А ну она повредит записи ведь, да? Она ведь повредит записи. Ладно, никакой музыки, Алексей, поработаешь в тишине. Собака такая. Ну, условно, плюс-минус вот так. Да? А как мы ее растянем, чтобы никто не умер? Довольно просто, я думаю. Димас, Димас, Димас. Не знаю, куда вот это, но куда-нибудь. Я думаю, так, да. Фотошоп. Фотошоп, фотошоп, фотошоп. Поехали в фотошоп. Параллельно я... читаю переписки ВКонтакте, потому что я могу себе позволить, да, я это успешный звукорежиссер, бизнесмен, в общем, сколько раз за сегодня я уже телефон выронил, у меня же голова закружилась от таких поворотов событий. Как-то так выходит. Блин, ну тут не знаю, конечно. А, я понял. Я понял. Мне надо звездочку долбануть. Надо долбануть звездочку. Star Quest. Ну да, так и растянем, собственно. Чё гадать? Чё гадать-то? Так и растянем. Вот. Да. Ну и вначале, понятное дело, вот. Видно, я не попал. Надо попадать, Алексей. Попадайте, Алексей. Вам надо попадать. Потому чтобы вас не уволили. А кто меня уволит? Алексей. Справедливо. Вот такая звездень. Не очень такая себе звездень, на самом деле. Хотелось бы, блин. Блин, я введу ручками, наверное. Потому что здесь нестандартная такая. Ой. Sharp Connect. Я сдвину вот этот тайминг, потому что меня интересует звезда в первую очередь. Сейчас, чтобы у нее края торчали, хочу. Ooh, немного работы. Видео не короткое. И вот, кстати, еще. Тут более... Прошу прощения.